теоретический способ заработка денег. Добываем камень, который необходим для строительства поместья. Перерывов герой не делает, можно скомандовать ему добывать камень и пойти пить кофе. Потом вернуться, закончить с добычей. Герой будет перегружен, так что хорошо бы иметь коня, которого можно купить на любой конюшне около больших городов за 1000 золотых, которые в свою очередь можно заработать колкой дров. Были глину, теперь пойдем продадим глину и камень. Предметы зачарованные, например, цены на 10% лучше, выгоднее. Их можно на пентаграмме душ уничтожить, получить зачарование это и зачаровать предметы экипировки. Главное, чтобы продаваемый камень и глина хоть что-то стоили. Давненько, что у тебя есть для меня сегодня? Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня
это сокровище. Если будешь говорить с Мавен, скажи ей, что тут все в порядке, ладно? Что так плохо выглядит? У нас для тебя полно хороших товаров. Посмотри.